Да подожди ты, подаю тебя. Дай посмотрю-то. Ой, ты глянь. Что это такое? Журнал для стильных женщин. Для меня журнал. Кристина Агилера в платье от Армани. Небось, дорогуще платье-то. Рублей 300. Ой, глянь, Леди Гага. Поди пьет. Зона декольте и зона бикини. Вот наш сосед дядь Витя на зоне сидит. На какой? Шопинг, креативный клатч, дисконти от Шанель. Одно слово только поняла. От. Пользуйтесь Яндексом. Найдите, что вам нужно. Мне бы парное молоко-то продать. А как пишется, порно или парное? Порное. Порно. Глянь, это что, доярки, что ли? У них так и... их самих доить надо. Глянь, мужик какой-то к ним пришел. Наверное, начальник. Ой, как он строго с ними. На что начальник нас только на словах? Самый необычный и приятный способ похудения. Одна американка таким способом похудела за полгода на 26 килограмм, то есть за месяц теряла около 5 килограмм. Этот способ еще снижает риск болезни сердца. Итак, суть способа. Необходимо регулярно, постоянно, каждый день, стоя, заниматься любовью 7 раз в сутки, как минимум по 15 минут. И теряла она за один подход до 500 килокалорий. Пробуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы моя новая соседка? Да. А где вы работаете? Я в магазине продавцом. А вы где? А я врач. О, наверное, гинеколог. Нет, но по-соседски могу посмотреть.